Я приехал из Чехии в Сибирь, но мне очень здесь нравится. Алёша мне здесь все показал. Здесь это очень хорошее. Эти квадроциклы мне очень любили. Вот эти места, где сейчас проводим, очень интересно. Тяжело ориентироваться, во-первых, то есть очень тяжело. Там вот в навигаторе все какие-то дороги и просеки есть, ничего не совпадает. Все заросло. Там, где 30-я точка, обязательная точка, там рядом еще будет несколько точек, в том числе 13-я, одна из самых трудных, да, или самая трудная. То зрители есть, на джипах можно туда проехать. Там будем снимать, вас ждать, поджидать всех. Один вытащил, сказал, потом да. Второй. Так, говори. Открывай. Первый. Короткая спичка. Там пароль будет. Едем мы вот команда диких кабанов только за победой. За новой резиной. Да, за массу, за приключения, с друзьями пообщаться. Удовольствие. Удовольствие. И еще раз удовольствие. Это какая-то проблема? Да. И что? Не знаем пока. Не заводится или что? Никогда не работает. Придется мне на СМР садиться. А вы, наверное, бывший вратарь? Ага. Я действующий защитник.
нормальный. Идем по приборам. Что вас вообще толкнуло сюда приехать и вот так вот в грязи возиться? Жажда даже не победы, даже не призов, а победа над собой. Сколько пройдено? Сколько? Да мы не считали, но красных осталось 4 штуки. 2 из них вот эти не возьмем. Сейчас 2 поедем брать. Здесь как-то сильно сложно. Ну а вообще трудное занятие вот это. Ну, как бы так. Интересное, самое главное. В принципе, не трудно. В азарт все. Легко получается. И что, это теперь любовь на всю жизнь? Это точно. За 3-е место сегодня Сасин Александр, Генрих Владимир. Пугали всех прогнозов. 2-е место в 3-м этапе у нас закрытия сезона. Шпук Федор, Головков Александр.
первое место Дмитрий Чиунин и Анисима Полякова. Спасибо огромное за соревнование. Мы целый год пытались, стремились. У нас 4 минуты не хватило буквально на первое место весенней квадрожаре. Вот. И мы с Димкой решили, что в этой квадрожаре мы выставим лучше гораздо. Мы это смогли, мы это сделали благодаря как бы нашей команде. Давай! Квадрожара закрыта! 2014! Четвертый год проводим соревнования на квадроциклах и снегоходах. Квадроциклах — это квадрожара, зимой — это GPS-ориентированные снегоходы, снеготрофи. Квадрожара — это интересно, это манит, это тянет. Участвую здесь не первый год уже, выживает здесь сильнейший. Прежде всего интересно тем, что может техника, что может человек в лесу. Это прежде всего эмоции, леса, красивые места и вообще, то есть, дружная компания. Любая рыбалка там на этих же квадриках, это все как-то уже прогнозируемо, знаешь, куда едешь, зачем едешь. А здесь сюрприз. Азарт, это пройти, точку взять. Было тяжело, мы долго стремились к победе, много репетировали, тренировались. Для мужчины нужен адреналин какой-то, вот он и выплескивается. На самом деле это очень высокий уровень профессиональный. Вот то, что показали вчера ребята. Каждый раз соревнования стараемся организовать, чтобы было и сложно, и адреналин был. Очень интересно делать карты для таких соревнований. Я в восторге от этого мероприятия. Поэтому будем стараться в два раза больше. Всем удачи. Всем желаю победы на следующих соревнованиях. Увидимся на старте.